Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите передачу «Путь паломника». И сегодня мы снова приехали в Самарский епархиальный церковно-исторический музей, чтобы рассказать вам о выставке художника Юрия Ивановича Филиппова, чьи произведения известны не только в Самарской губернии, но и во всей России и даже далеко за рубежом. Самарский епархиальный церковно-исторический музей, которому в 2014 году исполняется 17 лет, расположен в трех залах. В двух действуют постоянные экспозиции, а в третьем выставки меняются. Изначально музей размещался в одной комнате, где были собраны документы, книги и вещи митрополитов Иоанна Снычева и Мануила Лемешевского. В зале, в котором мы находимся сейчас, проходят выставки, рассказывающие об истории нашего государства, о выдающихся людях. Знакомясь с их произведениями, мы понимаем, что творческие способности – это дар Божий, а занятие творчеством – это возможность быть ближе к Творцу мира, стать его подобием. Интерес к произведениям Юрия Ивановича возрастает, особенно у молодежи. Это признак того, что меняются ценности, нужно возродить вот это чувство вкуса, божественной красоте, чтобы не на пошлости нас воспитывали, не заставляли рыться в помойках и смотреть несытым глазом на Запад, а чтобы мы состоялись как образы Божьи, чтобы помнили свои традиции, хранили свое достоинство, уважали свою историю, как бы трудно ни было. Так, конечно, Владыка, я глубоко вам признателен, что вы благословили открыть сегодня эту выставку здесь, в этих стенах, где и наше студенчество, и семинаристы, и жители города видели много и продолжают видеть замечательные работы, творения мастеров. Ну а сегодня вот мы возвращаемся к творчеству нашего действительно великого художника. Несмотря на многообразие жанров, это и урбанистические работы, но больше всего это пейзажи. И часто вот в церкви каким-то естественным образом появляется на его полотнах Владыка, и они органично связаны с темой природы, с темой любви к нашей родной земле. В жизни каждого из нас, и особенно в творчестве, как эхо отражается своеобразная летопись страны. Юрий Иванович Филиппов родился в Куйбышеве в 1927 году. Он был еще совсем мальчишкой, когда началась война. У него под боком жил иконописец. Я думаю, вот это сыграло тоже свою роль потрясающую. Он все время приходил к нему в гости и смотрел, как тот вдруг рождает на глазах какое-то сказочное произведение. Запах олифы, красок, который он сам готовил в своей квартирке, мастерской, его тоже как-то вот подкупил, наверное, очень понравился ему. И он проникся этим настолько, что сам потихоньку что-то стал рисовать. Он поступил в Пензенское художественное училище имени Савицкого на живописно-педагогическое отделение. Занимался у Горюшкина, Сорокопудова и Краснова. Училище закончил в 1945 году.
Затем был студентом Яблонской и Трохименко на живописном факультете Киевского государственного художественного института, диплом об окончании которого получил в 1957 году. Я все время задавался вопросом, глядя на его работы, откуда такая многокрасочная палитра красок, которую он использует, откуда это все, где он это взял, откуда впитал, как показывать вообще многие, наверное, и жанровые сценки, и пейзажи вот в этом богатстве красочном. Наступает время 50-х годов, он уезжает неожиданно в город Киев. Киев, где потрясающие народные буквально мастера работают, они либо уже, либо потом станут народными художниками Советского Союза, лауреатами государственных премий Советского Союза, и Наталья Николаевна Яблонская, и Трохименко. Очень много мастеров, которые подарили как бы вот этот профессиональный принцип, наверное, создания работы. Суть, что ли, вот российского академизма, и, наверное, России, состоит в том, что, несмотря на разрушение, несмотря на утраты, все возрождается. Да, у нас нет вот такой, знаете, культуры, цивилизации, как у китайцев, 7 тысяч лет непрерывного развития. У нас радикальная культура, которая все время что-то разрушает и строит новое. Но мы настойчиво воссоздаем утраченное прошлое. Труд этого художника, его, можно сказать, гражданский подвиг, он и состоял в том, чтобы сохранять это сбереженное, передавать последующим поколениям, как, в принципе, сегодня новая Россия сохраняет утраченное архитектурное наследие, воссоздает, воскрешает и сегодня уже предлагает в 21 веке паломнику новые открытия и новые впечатления. В конце 60-х годов, представьте, вот в то время в стране существовало всего два действующих монастыря – Печорский и Троица Сергия Лавра. Все остальное было в забвении. Именно в это время, в конце 60-х годов, возникает среди художественной интеллигенции интерес к наследию России, Отечества. Ну, мы знаем, что это было закрытое государство, был железный занавес, и вот художники, они отправляются как бы паломниками, кто в Свияжск, а больше всего по Золотому кольцу. Надо сказать, что в 70-е годы колоссальную роль вообще в формировании особого отношения интеллигенции к отечественному наследию сыграл фильм Тарковского «Андрей Рублев». Вот. И тогда неистово как бы сыгранные вот эти роли персонажи, я думаю, они повлияли на все общество. Несмотря на то, что монастыри и церкви находились в забвении, но это были святые места. Это была особая благодать вокруг этих мест. Она была намоленная, она была, наверное, овеяна звоном колоколов, потому что вы знаете, что если Европа вся в Средневековье погибала от чумы, звон колокольный, он как бы убивает очень многое. Тогда первыми были художники. Если вы обратите внимание на натуру, увидите, что часть храма может быть как бы отрезана, верхушечка его, срез какой-то определенный, и нет главного креста. Это неправильно, может быть, с точки зрения классической живописи, где вот в обрез можно дать какие-то элементы. А с другой стороны, это позволительно, ведь художник изучает как бы древнюю архитектуру, историю. И здесь это позволительно. Верхушка как бы срезана. Холм на холме, вы видите, рядом дерево.
оно растет. Вот рост этих витальных сил из земли, и рядом, как бы корнями углубившись в почву, храм тоже, он растет. И как бы мощь, вот когда показывают ствол дерева у основания, это всегда мощнее, чем крона. Вот мощь этого как бы дерева, древа такого, она здесь видна, очень хорошо подмечена. И еще, ведь точка зрения снизу вверх, что она создает? Она создает впечатление, что мы стоим на коленях перед памятником. Возможно, у художников это бывает бессознательно. Вот эта точка зрения, она как бы важна. И она способствует тому, что восприятие памятника, оно усиливает его статус памятника, значимого. Чудесный маленький храм. Он очень напоминает по плану такой вот кубик, как Владимирский собор. Причем у него, посмотрите, там вот одна главка, и главка маленькими арочками такими украшена. Над входом маленький как бы кусок мозаики, фрески. А сама колокольня, она очень напоминает, конечно же, колокольню в Коломенском. Знаменитое русское шатровое зодчество. Оно ведь первоначально было в деревянном виде, а потом стало уже белокаменное. И, безусловно, все те, кто проходили историю искусства, они не могли не увидеть прелесть этого памятника. Опять вы видите, верхушка срезана. Скорее всего, она на самом деле была неприглядная, может, разобранная. Ее мощь, так сказать, мощь ствола возле корней, она здесь налицо. И противопоставление, конечно, здесь обшипавшаяся штукатурка, утраты, это все как бы художник запечатлел. Но опять не скрупулезно, не детально, не фотографически, а в целом вообще. В целом он увидел, это, в общем-то, как личность, как человек. Он увидел вот этот силуэт, он увидел, что человек оригинально одет. Вот. У него, возможно, было когда-то роскошное одеяние. Сейчас оно немножко обветшало, и это интересно. Есть храмы, которые не имеют колокольни, она стоит отдельно, как в одной из работ. А есть как бы колокольня возвышается над храмом, она встроена буквально. Поэтому, Юрий Иванович, он был тоже как бы как архитектор, как открыватель. И он восхищался вот этим вот гармоничным членением этих пропорций. Я хотела бы обратить внимание на работу 70-х годов «Валуны на берегу». Вот такого рода валуны, они лежали и на берегу Соловецкого острова. Их можно встретить и в речках Коми, СССР. Их можно увидеть на берегу Байкала, на берегу Енисея. Ну и на берегу Волги тоже можно встретить вот такие вот валуны. И опять вот в них есть как бы влияние сурового стиля. Это сумрачная цветовая гамма. Нет как бы выделывания всех деталей, тщательного такого, знаете, покрытия или лессировочного слоями. А вот сумрачно, маленькая вещь, но она как плакат, она так, как монументальное полотно.
Юрий Иванович обладал талантом организатора. С 1968 по 1976 годы возглавлял Куйбышевское отделение Союза художников. Был основателем и председателем жюри не только региональных, но и международных конкурсов и выставок, в том числе и столь известных, как «Жигулевская палитра», «Жигулевский Барбизон», областного фестиваля «Символы Великой России» и других. Он стоял у истоков создания Самарского художественного училища имени Петрова Воткина, кафедры рисунка, живописи и скульптуры в Самарском государственном архитектурно-строительном университете. Юрий Иванович стал основателем отделения изобразительное искусство и черчение, кафедры изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Самарском государственном педагогическом университете и руководил ею с 1995 по 2007 год. Надо сказать, что Филиппов был и выдающимся педагогом, воспитал целую плеяду молодых архитекторов, художников, дизайнеров, ставших членами творческих союзов России. Кроме того, он автор множества научных исследований, статей, методических разработок и монографий. Одна из его работ под названием «Композиции в живописи» удостоилась диплома Всероссийского конкурса учебных изданий для вузов в номинации «Лучшие учебные издания по искусству и дизайну». Совсем недавно случилось такое великолепное событие. Нет с нами уже Юрия Ивановича, а он прошел большой конкурс. Дело в том, что совет Третьяковской галереи, всемирно известного собрания русской живописи, одобрил и принял в свое собрание три работы Юрия Ивановича на рубеже 50-х, 60-х годов. Это говорит о значимости этого художника. Принцип картины, индустриальная тема, которая там является, так называемый суровый стиль, который появляется в советской живописи. Он работает в этом духе, показывая, опять же, творческое кредо. Все время напоминая, что изначально он монументалист, связан с его живописным мазком, с построением композиции, с уплощением, наверное, объектов, которые он показывает. Потому что мастерство, которое вот отшлифовано было еще в студенческие годы и потом в последующие, вот как бы каждый раз показывает его творческое кредо. Все свои переживания, впечатления, анализ своих работ и творческие планы Юрий Иванович записывал в дневник. За годы его жизни скопился целый архив таких вот рукописных тетрадок, в которых открывается еще одна грань таланта художника – писательская. Супруга его дала дневники почитать, они просто чудом божьим попали ко мне, и буквально несколько страниц я прочитал. Человек на последние деньги покупал действительно просто книги, в которых была техника, художественный стиль какая-то, как рисовать картины. И прям такая запись мне запомнилась, не забуду, когда он писал в дневнике, что на последние, на 330 рублей я купил невероятные книги, он там описывает, какие ему книги удалось добыть, а это очень сложно. Но, к сожалению, вот уже на еду просто денег не хватило, и на одежду тоже. Ну, и как-то оно даже, эта тема проходит. То есть еда и одежда – это так лишь. Какой-то сопутствующий, неважный фактор, вот совершенно неважно. Главное – писать, писать качественно и хорошо. Было, постоянно им прорабатывалась работа над ошибками. То есть свою каждую картину он потом основательно садился и разбирал. То есть чего не хватает в этой картине, какие были допущены ошибки. То есть признак мастерства и почерк. Если, может быть, не по картине можно определить, поскольку не все являются профессиональными художниками, и достаточно трудно проследить такую эволюцию развития мастерства художника в картинах. На это все-таки нужно образование специальное. Но по дневнику, по записям это отчетливо видно, что человек делал работу над ошибками постоянно и стремился, то есть не по принуждению, но именно по желанию совершенствоваться и самосовершенствоваться. Вот стремление было расписать, писать, именно создавать. Как известная пословица гласит, что удача скрывает талант полководца, а неудача как раз раскрывает все мастерство. Мы можем трансформировать эту поговорку в любой сфере. Так и здесь. Тяжелое время, оно раскрывает, насколько был человек гениальный. Если это мое, и я хочу и могу создавать, и мне это нравится, я люблю, я никогда свое дело не брошу, я буду вести его до конца. Я помню, когда он пишет о том, как ему открылись таинства. С одной стороны, это история, допустим, с храмом, куда
заточили одну из жен Иоанна Грозного с нелегкой, очень непростой судьбой. С другой стороны, это роспись храмов, как он описывает, когда вот в приоткрытой двери лучик солнца скользнул в тьму, а там работали исключительно реставраторы, и он увидел знаменитую Рублевскую. Ну, конечно, сейчас очень трудно сказать, что это на самом деле так, но, по крайней мере, отголоски рублевской живописи древней, как он восторгся вот благодаря этому лучу света, как она заиграла, как она преподнесла фантастическое действие, которое может, наверное, увидеть только одаренный от природы человек, художник, музыкант, литератор, неважно, человек, который может видеть. И вот эти таинства, включая даже, может быть, технику где-то, да, которую он постигал благодаря вот этим вот поездкам, он каждый раз привозил громадный багаж, кладезь, наверное, вот этих историй, вот этого пережитого, постигнутого и совершенства, которое можно шлифовать, шлифовать, и к этому до конца так и не прийти. Юрий Иванович Филиппов очень много сделал для нашего города, да я думаю, и для России в целом, потому что он выставлялся не только в Самаре, он выставлялся в других городах, и в Москве его выставки были, выставлялся он и за рубежом, в частности, во Франции с «Триумфом» прошла его персональная выставка. Очень много было прекрасных отзывов об этой выставке. Юрий Иванович Филиппов не только заслуженный мастер, заслуженный художник России, он еще и педагог, и патриот с большой буквы. Патриотизм ведь это и любовь к родине, любовь, которую каждый выражает доступными ему способами. Вот Юрий Иванович Филиппов учит любить Россию через свои произведения. Здесь и прекрасные ансамбли архитектурные, он много путешествовал по России, по Золотому кольцу. Здесь же и тихие уголки природы, и наш край представленный, и Осокарями, и Волгой, и Жигулями. И поэтому вот любовь к родине, этот патриотизм, он выражает в своих работах. Очень ярких, очень доступных. И выставка продлится у нас до 10 августа. Мы приглашаем всех посетить выставку в нашем музее. Мы надеемся, что память о Юрии Ивановиче Филиппове будет долго жить в сердцах его близких, его учеников и всех ценителей искусства. А на этом наша передача подходит к концу. До новых встреч и храни вас Господь!